Незначительная деталь позволяет раскрыть преступление. Сумма мелких подробностей, ведущая к главной разгадке. Мелочи. Но в следственном деле нет ничего важнее мелочей. Самые громкие уголовные преступления нашего прошлого. Я расскажу, как криминалисты десятки лет назад изобличали преступников без спецтехники, камер слежения и электронных баз данных. Как было раньше, когда следователи раскрывали самые запутанные преступления только с помощью интуиции и добытых вещественных доказательств. Вещдок. Жорик, ты дома? Алло, милиция. Тело известного в городе Сумы врача, зав. Отделением кожно-венерологического диспансера Георгия Потаховского, обнаружил в его собственном доме сосед. Не уезжай пока никуда, ладно? Здравия желаю. Смольный лейтенант. На месте происшествия работали эксперт-криминалист Валентин Ганжа, судмедэксперт Егор Смирнов, оперативники, когда прибыл опытный следователь Николай Кулешов. Егор, докладывай. Николай Иванович, смотрите, многочисленные удары по голове тупым предметом, купил подсвечник на свою голову, но остальное детально скажу после экспертизы. Пальчики есть? Пока ничего, но работаем. Хорошо. Ищи, Сан Саныч, ищи. Возле входной двери нашли серебряный обруч для волос. Товарищ майор, смотрите, что мы обнаружили. Тихо. Что-то. О, любимая. Он у нас вообще женат был? Не знаю, еще не выяснили. Но там Николай Иванович это добра навалом. Спальня мало чем отличалась от зала. Такой же беспорядок. Было похоже, что дом не грабили. Здесь что-то искали. Максим. Да, слушаю. Там Сысоева привели. Следователь Кулешов приказал оперативнику опросить соседа Сысоева, который обнаружил труп, и провести подворовой обход с целью установления свидетелей. Сосед Сысоев рассказал с удовольствием. У Потаховского все было. Но дом не такой уж и большой. Волга, дом крепкий, красивая мебель, новенький магнитофон «Юпитер», много хрусталя, коньяки разные. Потаховский мог помочь при решении деликатных проблем и мужчинам, и женщинам. Вот его и благодарили. О, поклон вам, соседушка. Ай, баламут, никак не успокоишься. Так, а вы кто такая, гражданочка? Я соседка. А как зовут вас? Анна Николаевна Бойченко. Соседка Анна Бойченко рассказала, что Потаховский занимался частной практикой. Правда, последнее время Георгий с женой не жил. Поговаривали, что решили развестись. И барышни к ним ходили регулярно. А зачем ходили, спрашивается? Так, а жена об этом знала? Ха, еще бы жена не знала. Они вместе работали. Она тоже врач была. Но последнее время Георгий жил один. Она съехала. Разводиться собрали. Да никак не могут богатство поделить. Дом, машина. А нами дни ночью машина какая-то подъезжала к ним. Постояла недолго и уехала. Да не было никакой машины, не спал я. Ой, молчи, что ты мог с пьяной глазом? Так, граждане, потише. А вы говорите, что машина, да, уехала? А какая машина была? Я не очень в них разбираюсь, извините. Ну, такая светленькая. В спальне Потаховского оперативник обнаружил приклеенный к задней стенке тумбочки большой черный конверт от фотобумаги.
Фотография в 70-е годы была занятием для терпеливых. Сначала нужно было достать пленку. Когда пленка отснята, ее нужно самостоятельно проявить. В службе быта ждать долго, да и запороть могли. Проверка фотореактивов и фотобумаги была делом темным в прямом и переносном смысле. Толпы фотолюбителей ждали, когда в магазин привезут химию и фотобумагу посвежее. Ванные комнаты превращались в фотолаборатории. Ни лучика света, только красный фонарь. Конверты из-под фотобумаги использовались для хранения фотографий. Товарищ майор, посмотрите, что я обнаружил. В найденном в спальне Потаховского конверте была порнография. Лица девушек на фото закрывали карнавальные маски. Сан Саныч, что скажете? Ну, в принципе, фото очень высокого качества. Да, наш доктор-то фотографом был. Девочек любил фотографировать. На экспертизу, пожалуйста. Убийца Потаховского перевернул дом вверх дном. Врач был человеком не бедным, и в доме было чем поживиться. Судя по найденным фотографиям, у покойного была другая, мало кому известная жизнь. Следователь понимал, что убийца мог искать не деньги и золото, а эти фотографии. Часто преступления, связанные с тайной стороной жизни человека. Похоже, это был тот самый случай. Пролить хоть какой-то свет на это могла вдова Потаховского, Евгения. Алексей Семенович, нужна ваша подпись. Что там? Вот здесь. Что это? Понятно. Алексей Семенович? Здравствуйте. Здравствуйте. Вы свободны, Тамара. Олег Семенович Мишин хорошо знал следователя. Не первый раз уголовные дела приводили Кулешова в кабинет главврача кожно-венерологического диспансера. Но впервые жертвой преступления стал врач этой клиники, зав. Отделением. Мишин уже слышал о смерти своего подчиненного. Он не знал, что могло стать причиной убийства. Вряд ли это месть пациента. Супруги Потаховские были высококлассными профессионалами. Еще бы, оба закончили Сеченовку, престижнейший московский вуз. Избранный обращается. Я не думаю, что кто-то из пациентов. Да нет. А что у Потаховских дети есть? Да. Главврач хорошо знал сына Потаховских, Алексея. Парень решил учиться в сельхозинституте. Сейчас Алексей живет в Глухове. Ветврач прекрасно устроен. Мать его тоже, Евгения. Хороший специалист, отличный. Да-да. Да, кстати, я хочу вам представить Евгения Потаховская. Главврач Мишин был рад улизнуть из собственного кабинета и оставить следователя наедине с Евгенией Потаховской. Знаю, что меня спросить хотите. Законная жена с явной неприязнью отзывалась о муже. Прославился мой бывший муженек. Кулешов попросил ее помочь следствию, осмотреть дом и сказать, все ли ценные вещи на месте. Посмотрите, пожалуйста, внимательно, все ли на месте. Сейф пропал. Можно я посмотрю? Евгения сразу же показала. Пропал небольшой сейф. Он был спрятан в книжном шкафу. Там были деньги, золотые изделия. Когда Евгения ушла от мужа, свою часть она взяла с собой. Пропажа сейфа вроде бы говорила в пользу версии убийства с целью ограбления. Но Кулешов не спешил принимать ее как единственную. Ну, приблизительно. Я полгода туда не заглядывала. Большая была сумма? Было видно, что Евгении Потаховской тяжело находиться в этом доме. Все-таки прожили с мужем 30 лет вместе. Было ведь и не только плохое. Впрочем, супруги не были в разводе, и теперь Евгения с сыном становились прямыми наследниками всего, что осталось после смерти Георгия. Николаевич, разрешите? Егор Николаевич. Готовы результаты экспертизы. Как я и предполагал, Николай Иванович, покойный умер от большой потери крови.
Пальцев хватит на роту солдат, но по нашей картотеке никого не обнаружишь. Судмедэксперт Егор Смирнов сообщил Кулешову, что из множества нанесенных Потаховскому ударов ни один не был смертельным. Врач умер от потери крови и болевого шока. Ганжа рассказал, что из множества отпечатков пальцев идентифицированы только отпечатки Потаховского. Отпечаток протектора машины сохранился очень хорошо. Кулешов поинтересовался мнением Ганжи о найденных в спальне фото. Тот ответил: постановочные. Есть такие любители, ну, страстные фотографы. По-моему, наша жертва как раз из этих. Отличная бумага, мастерски изготовленный. Девушек не опознать. Похоже, по согласию сторон делались. Может, кто из медперсонала фотографировался у доктора? Для выяснения этой версии Кулешов снова отправился к главврачу Мишину. Олег Семенович? А? Не помешаю? Здравствуйте. Нет, заходите. Кулешов по-приятельски укорил Мишина. Главврач не рассказал ему о близких отношениях Потаховского с некоторыми из подчиненных. Мишин отшутился. Николаевич, ну вы же не спрашивали. Олег, ты за дурака меня держишь, да? Нет, ну конечно, взаимоотношения были. Но никто не жаловался. Возможно, из-за похождений Евгения и ушла от Георгия. Сейчас у нее отношения с положительным мужчиной, прорабом Сергеем Клименко. Они познакомились, когда в одном из корпусов ремонт был. Так, может быть, у тебя и адресочек этого СМУ есть? Да, конечно. Нет проблем. Мишин записал следователю координаты Клименко. Спасибо. В Сумах убит Георгий Потаховский, заведующий отделением в кожно-венерологическом диспансере. Из дома врача пропал сейф. Следователь выясняет, что жена убитого нашла себе нового возлюбленного прораба Клименко. При этом с мужем она не развелась. Таким образом, женщина становилась прямым наследником всего, что осталось после смерти Потаховского. Следователь направляется к прорабу, чтобы выяснить, где он был в ночь убийства врача. Я к вам по поводу гражданина Потаховского. Знаете такого? Да, знаю. Кулешов приехал на стройку, увиделся с Клименко. Тот сразу же признался, Потаховского ненавидел. А поконкретнее, пожалуйста. Да, никудышный он мужик. Настоящий мужик разве будет требовать от жены при разводе, чтобы она отказалась от своей части имущества? Собрал чемодан, ушел. Прораб рассказал, что Евгения на такой вариант не согласилась. Потаховский даже приезжал к Сергею, просил повлиять на жену. Послушайте, Сергей, то, что там у вас с Евгенией, это ваше личное дело. Оно от квартиры и машины. Евгения должна отказаться. Вам понятно? Знаешь что? Чтоб я тебя больше здесь не видел. Я тебя и ее предупредил, иначе вас закопают. Пошел вон отсюда! Ну что ж, гражданин Клименко, я хочу вас огорчить. Следователь не стал скрывать, что у Клименко есть мотив, поэтому он в числе подозреваемых. Кроме того, у прораба есть автомобиль, а соседка Бойченко видела машину возле дома. Я вам даже больше скажу. С вероятностью 100%, если мы проведем следственный эксперимент, соседка вас опознает. Вас и вашу машину. Видела, значит? Ну да, был я в эту ночь около дома Потаховского. Подъезжая, он увидел, как из дома Потаховских выскочил незнакомый мужчина. Он бросил что-то в машину, быстро сел за руль и рванул по газам. Очень подозрительно вел себя. Внутреннее чувство подсказало Сергею, что сегодня ему нечего делать в доме Потаховского. Ну что ж, гражданин Клименко, будем оформлять подписку о невыезде. Прошу вас проследовать за мной. Воля ваша.
Следователь предложил Сергею Клименко проехать в отделение. Прораб не возражал, переоделся, и собеседники вышли из бытовки. Эксперт-криминалист Ганжа сообщил следователю: отпечатки пальцев Клименко в доме Потаховского не обнаружены. Судмедэксперт Смирнов установил: частички эпидермиса под ногтями убитого не принадлежат Клименко. Не совпадали и отпечатки протекторов. Вещдоков не было. Пришло время вызвать на беседу сына убитого. За все время Кулешов так и не поговорил с сыном Потаховских, который даже не был на похоронах отца. Выходит, в семейном конфликте сын был на стороне матери? Следователь Кулешов. Николай Иванович? Да, это я, здравствуйте. Это Евгения Потаховская. Следователю Кулешову позвонила возмущенная Евгения Потаховская. Следователь понимал, причина не только в том, что он взял подписку о невыезде с Клименко. Мать переживала из-за вызова на беседу Алексея Потаховского. Мы все-таки расследуем убийство, в конце концов. Знаете что? Из-за смерти одного негодяя вы ломаете жизнь нормальным людям. Сан Саныч, что у нас по протекторам? Работаем, Николай Иванович. Не смысл. Сейчас сюда подъехал Алексей Потаховский. Нужно сравнить его протектор с протектором, найденным на месте преступления. Сделаем, Николай Иванович. Алексей Потаховский заметно нервничал. Эксперт Ганжа получил задание осмотреть машину сына, пока он будет на допросе. Алексей Потаховский. Он самый. Вы догадываетесь, почему я вас сюда вызвал? Догадываюсь. Наверное, по поводу убийства отца. Совершенно верно. Разговор не складывался. Молодой человек в любом вопросе чувствовал подвох и предвзятость, поэтому отвечал нервно и односложно. Они там разводятся, там что-то делят. Я не в курсе. Вас это его смерть не тронула даже, я смотрю, да? Тронула? Тронула. Понятно. Мне... Ну, какая интересная штука получается. Вы не в курсе, никуда не лезете, но являетесь прямым наследником отца. И дом, и машина отходят к вам, верно? А ведь это мотив. Я что-то не пойму. Вы на меня хотите убийство отца повесить? Я не хочу повесить убийство отца. Я расследую убийство вашего отца. Ну так расследуйте. Я тут при чем? Так вы утверждаете, что вы отца не видели? Ну я же сказал, больше года. Следователь Кулешов. Да. Ганжа по телефону сообщил, протекторы машины Алексея очень похожи протекторам возле дома Потаховского. Но нужна экспертиза. Хорошо, спасибо. Ну что, Алексей? Кулешов оформил Алексею подписку о невыезде и отпустил парня, который был крайне возмущен. Оформите ее в ближайшем отделении милиции, чтобы из города ни на шаг. Да сейчас разбежался. Кулешов рассчитывал, что Алексей чем-то выдаст себя. Приказал установить за ним наружное наблюдение. Машина с оперативниками должна была подхватить сына Потаховского на выезде из города. Расчет следователя на то, что Алексей Потаховский выдаст себя, оказался правильным. Алексей сразу же поехал в Глухов. Возле гаража его задержали оперативники. С вещдоком Алексей вынес из гаража сейф. На каком основании вообще? Так, это ваш сейф? Допустим. Проедем с нами. Алексей Потаховский отрицал, что был в доме отца в ночь убийства. Эксперт не исключал, что именно москвич Алексея оставил след возле дома убитого. Кроме того, отпечатки пальцев парня были найдены в самом доме. И, наконец, Алексея задержали с поличным – сейфом Георгия Потаховского. Результатов экспертизы еще не было, но уже сейчас совокупность вещдоков указывала на Алексея как на вероятного убийцу. Да?
Николай Иванович Потаховский. Сзади. Заходим. Садись. Гражданин Потаховский, потрудитесь объяснить, почему сейф, пропавший из дома вашего отца в день убийства, оказался у вас дома? Да, я был тогда у него. Алексей признал, он заезжал в ту ночь к отцу. Хотел переночевать. Рано утром должен был быть на областном совещании. Я пришел и застал его уже мертвым. Парень привез отцу пряник. В Глухове была отличная кондитерская, а Георгий любил сладости. Он сразу пошел в зал, потому что именно там горел свет. Отец, ты дома? Окликнул отца с порога, тот не отозвался. Вошел в зал, увидел труп. Алексей плохо помнит, что делал. Схватил сейф и уехал. Что было дальше? А дальше как в тумане. Ничего не помню. Ты бишь был в шоке? Да. Так вот, гражданин Потаховский, любая судмедэкспертиза докажет, что человек, бывший в шоке, не возьмет сейф и не скроется в неизвестном направлении. Кулешов не верил ни одному слову. Сын всегда выбирает чью-то сторону, когда родители в конфликте. Вероятно, парень выбрал сторону матери. Не сбрасывал со счетов и холодный интерес. Отец ведь и жениться мог, и все добро уплыло бы из рук наследника. Следователь принял решение о задержании подозреваемого Алексея Потаховского. Саш, води его. Алексей не мог убить Георгия. Ну, во-первых, мы взяли вашего сына не просто так. Он не убивал. Это я уже слышал. А теперь послушайте меня. У вашего сына был найден сейф, который пропал в день убийства. А в сейфе деньги и драгоценности. Вы понимаете, что это значит? Мотив и улики. Вот и все. Да, он его взял. Но он не убивал. Вы бы лучше баб Жоркиных проверили. Там такие оторвы были. Евгения настаивала. Убийцу нужно искать среди женщин. Георгий был бабником, причем неразборчивым. Еще неизвестно, какую роль в убийстве мужа сыграли вы. Евгения Потаховская потеряла контроль над собой. Смысла в разговоре с ней не было. Егор, заходи. Подождите, пожалуйста, за дверью. Вам еще стыдно за это будет. Егор, что там? Сделал все, что мог, Николай Иванович, но огорчу. Судмедэксперт Егор Смирнов сообщил, микрочастицы из-под ногтей Потаховского никак не указывали на Алексея. Покойник дрался не с ним. Значит, Алексей не убивал. Алексей Потаховский похитил сейф из дома отца. Но, похоже, сын погибшего говорил правду. Он не убивал. Тогда кто это сделал и с какой целью? Если загадочный убийца хотел ограбить врача, то почему не взял сейф, который найти не составляло труда? В поисках героинь фотосюжетов, которые снимал Георгий Потаховский, следствие никак не продвинулось. Вот если бы фотографии нашли у живого Потаховского, его можно было бы привлечь к уголовной ответственности за изготовление и хранение порнографии. А так было непонятно, какая может быть связь между этими фото и загадочной смертью врача.
В уголовных кодексах советских республик имелись специальные статьи, которые карали за изготовление, хранение и рекламирование порнографических изданий, изображений или торговлю ими. Наказание – до 5 лет лишения свободы. Однако запретные изображения как-то просачивались в советские дома, чаще всего в виде календарей, плакатов и игральных карт. Как правило, черно-белых, плохого качества, которые продавали глухонемые в электричках и поездах. Следователь Кулешов решил внимательно изучить фотографии. Вдруг удастся опознать модели Потаховского. Лица скрыты, но ведь есть же особые приметы не только на лице. Что там у нас? Алексей Семенович, здравствуйте. Здравствуйте. Вы свободны, Тамара. В Сумах убит Георгий Потаховский, заведующий отделением в кожно-венерологическом диспансере. Милиция подозревает сына врача. Молодого человека задержали с пропавшим из дома сейфом. Следователю не дает покоя найденный на месте преступления женский серебряный обруч. Выяснилось, что покойный делал у себя дома пикантные фотоснимки. К сожалению, лиц моделей на фото не было видно. После тщательного осмотра снимков следователь рассмотрел родинку на шее одной из девушек. Точно такая же была у медсестры из кожвендиспансера. Следователь отправляется к девушке на работу, чтобы выяснить, в каких отношениях она была с убитым и принадлежал ли ей серебряный обруч. Да. Здравствуйте. Тамара? Да. Следователь Кулешов. Кулешов появился в кабинете медсестры Тамары Сергеевой без предупреждения. Он рассчитывал на фактор внезапности и вещдок, который должен был смутить молодую женщину. Подскажите, пожалуйста, кто изображен на этой фотографии? Не знаю. Не знаете? Вы знаете, что такое особые приметы? Слышала. Это шрамы, наколки, родинки. Вы знаете вот эту родинку? А вот этот обруч, он как раз сейчас на вас. Подобный обруч был найден на месте убийства вашего коллеги. За что вы убили Потаховского? Да не убивала я его. Я у него 2 месяца уже дома не была. Значит, все-таки бывали. Ну, тогда рассказывайте. Знаете... Прием сработал. Девушка рассказала о своих отношениях с Потаховским. Все началось, когда она узнала, что беременна. Ну, помогите мне, пожалуйста. Вы же можете. Могу. Ну, зачем это нужно вам, мне понятно. А вот какой будет мой интерес? Ну, зачем вы так... Когда парень Тамары узнал, что она беременна, он просто уехал из Сум. Девушка решила избавиться от ребенка. Потаховский мог сделать аборт так, чтобы об этом нигде не было записей. Тамара боялась родителей. Потаховский согласился помочь Тамаре. Бесплатно. Но потом стал угрожать. Ославит на все суммы. Родителям позорище будет. Потребовал. Будешь приходить ко мне по выходным. Нет, ну не подумайте, нет. Я буду вас фотографировать. Вы согласны? Вот и чудесно. Поправь волосы. Улыбайся. Хорошо. Молодчинка. Еще разик давай. Очень хорошо. Теперь немножко развернись так. О, стоп! Назад. Еще раз. Он был ужасен в эти моменты.
просто отвратительным. А подскажите, пожалуйста, кто запечатлен на этих фотографиях? Не знаю. Не знаете? Кулешов спросил, откуда у Тамары обруч. Девушка призналась, обруч ей подарила соседка Людмила Кашина. Тамара рассказала, у ее соседки, десятиклассницы Людки Кашиной, есть парень, Сашка Вашковский. Плавает. Обруч ей привез из Турции. Все девчонки обзавидовались. Настоящее серебро. Еще один был. Она его Тамаре подарила, когда просила помочь. Сашка в рейс ушел, а Людка оказалась беременной. Вот я ей помогла. Свела ее с Потаховским. Потаховский сделал Людмиле аборт. Потом приглашал фотографироваться. Потом стал шантажировать фотографиями. Он получал удовольствие от того, что его боялись. Люда и бегала к нему вместо уроков. Тамара рассказала, что после возвращения Вашковского из рейса Людмила пропала. Она ее пару раз на улице видела. Сама не своя девчонка. Как с креста снятая девчонка. Открывалась вторая неизвестная сторона жизни Георгия Потаховского. Может быть, кому-то из его жертв просто надоел шантаж? Тогда понятно, почему в доме было все перевернуто. Убийца искал не деньги, а фотографии. Обруч, найденный на месте убийства, принадлежал Людмиле Кашиной. Кулешов наводил справки о девушке и готовился к беседе с ней. Слушай. Следователю Кулешову позвонили из бюро пропусков. К нему пришел гражданин Вашковский. Кулешов приказал выписать пропуск. Да, заводи. Я убийца. В этом себе запишите. Я признаться хочу, что убил эту гниду. Так, ну-ка сел. А теперь успокоился и спокойно рассказал. Кого убил, где убил, когда убил и чем? Я его грохнул, понятно? Кого? Потаховского, врача этого. Он моей девушке Людмиле, он аборт сделал ей. Вашковский пришел с повинной. Мотив преступления объяснил просто. Отомстил за девушку и своего нерожденного ребенка. Сначала Вашковский хотел поговорить с врачом. Пришел к нему домой. Врач стал над ним смеяться, оскорблял. Парень, не помня себя, схватил, что попалось первую под руку, и стал бить по голове. А ты, значит, не знал? Да если бы я знал, мы бы сразу расписались. Я же люблю ее. А он, Нида, он не имел права, он убил моего ребенка. Так вот, послушайте меня, гражданин Вашковский. За то, что ты спал с малолетней, я могу тебя закрыть хоть сейчас. Следователь не очень доверял словам молодого человека, поэтому и решил провести воспроизведение события с участием Александра Вашковского. Поэтому поедем-ка мы на следственный эксперимент. Ты меня понял? Вот так. То, что обычно называют следственным экспериментом, официально называлось воспроизведение обстановки и обстоятельств события. Цель уточнения фактов, которые могут послужить доказательствами в уголовном деле. Проводят воспроизведение, как правило, на том же месте в присутствии понятых. Фиксируют на видео. Раньше на кино и фотопленку. По результатам составляют протокол. Обычно следственный эксперимент становится одним из доказательств вины. Но бывает и так, что с его помощью выясняется невиновность. Граждане понятые, сейчас перед вами будет произведен следственный эксперимент. Прошу вас быть предельно внимательны. Гражданин Вашковский, расскажите, пожалуйста, что случилось в день смерти? На следственном эксперименте Вашковский сразу заявил, что не может точно показать, как он себя вел в ту ночь. Каким предметом вы нанесли ему удары? Вот этим подсвечником. Возьмите, пожалуйста, его в руку. Что случилось дальше? Я схватил его за ворот и повалил на пол. Пожалуйста. Присел над ним, замахнулся. Стоп. А какой стороной подсвечника были нанесены удары? Точно не помню, но кажется этой. Прошу понятых это зафиксировать. А что произошло дальше? Я ударил его по голове. Сколько раз? 4 или 5. А прошу понятых количество ударов тоже зафиксировать. Хорошо, спасибо. Максим, что там?
Вашковский не очень хорошо ориентировался в доме Потаховского. Это можно было понять. Согласно его словам, он там был всего один раз. Но парень путался в деталях, которые трудно забыть. Поведение Александра Вашковского и данные судебно-медицинской экспертизы подтвердили предположение следователя Николая Кулешова. Скорее всего, Вашковский дал признательные показания, чтобы взять на себя вину другого человека. Единственным человеком, в интересах которого Вашковский мог сделать такое признание, была Людмила Кашина. Граждане Кашины, ваша дочь несовершеннолетняя. А так как закон есть закон, то ваше присутствие на допросе обязательно. Ну, раз закон требует... Да не реви ты! Людмила, мне задавать вопросы или вы сами расскажете? Беседа с Людмилой Кашиной происходила в присутствии родителей девушки. Ей лишь через месяц исполнялось 16 лет. Следователь сразу предложил Людмиле сделать добровольное признание. Пришла, он начал меня фотографировать. Сказал, что всем покажет. А я боялась. Мне почему не сказала? Спокойнее, пожалуйста. Ну что ж, поздравляю. Все прошло успешно. Ну и сейчас фото на память. Зачем? Ну, зачем? От бывшей девочки. Да, и... Потаховский шантажировал Людмилу фотографиями. Требовал, чтобы она снова позировала ему. Она была вынуждена приходить к нему. Делала это днем вместо уроков. Ты же не хочешь, чтобы об этом кто-то узнал? Ну вот и чудесно. Как часто вы посещали Потаховского? Когда он хотел. Я говорила ему, что у меня есть Людмила парень. Просила Потаховского отпустить ее. Говорила, что любит Сашку и хочет за него замуж. Ну что, девочка, поработаем сегодня? Ну сколько можно? Я всем расскажу. Людмила угрожала покончить с собой, но Потаховский только смеялся над ней. Он наслаждался ее беспомощностью и своей властью. Я помогу тебе. Фотографии твои поклеим. В школе расклеим. Ненавижу тебя! О, тебя расклеим. Так что же было дальше? Он сказал, что в последний раз сфотографирует и отпустит. Людмила рассказала, что Потаховский вроде бы согласился отпустить ее. Не знаю. Может, узнал, что Саша из рейса вернулся. Да я бы этому козлу шею свернул. Сказать мне надо было. Мы же родители, доченька. Ты шлюха, и ты будешь делать! Все, что я хочу, и столько, сколько я хочу! Извращенец! Жалкий извращенец! Ненавижу! Я тебя убью! Убью! Мой парень убьет тебя! Ненавижу! Ненавижу! Вот тебе! Сволочь! Ненавижу! 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 Людмила понимала, главное – найти фотографии. Вдруг девушка услышала шум, спряталась в спальне. Вошел какой-то мужчина, увидел, что врач мертв, и очень странно отреагировал. Он ухмыльнулся. Неизвестный быстро достал из книжного шкафа маленький сейф и ушел. А ты видела, кто вошел? Зашел мужчина. Посмотри внимательно. Плохо. Это он?
Кажется, вот. Так. Хорошо. Гражданин Кашина, я отпущу вашу дочь. Кулешов отпустил Людмилу Кашину под обязательство родителей. Приказал немедленно освободить Алексея Потаховского и Александра Вашковского. Неприятности будут очень серьезные. Вам понятно? Здравствуй, сынок. Здравствуй. Как ты? Ну, здравствуй, Алексей. Все закончил. Идем домой. Людка! Саша! Людка! Сашенька, любимый! Наконец-то, наконец-то! Сашенька! Ты так рада, господи, Саша! Микрочастицы под ногтями Потаховского подтвердили причастность к убийству несовершеннолетней Людмилы Кашиной. Вся необходимая доказательная база была собрана. До суда Людмила находилась в областной больнице МВД. Заседание суда проходило в закрытом режиме. Судебная коллегия вынесла решение, что Кашина совершила убийство в состоянии сильного душевного волнения. Суд счел возможным оправдать Людмилу.